Здравствуйте, уважаемые телезрители. Всем привет. Да, мы сейчас вам расскажем про то, как мы сделали, ну, буквально скажем пару слов, нашу, не сказать, чтобы первую, но в чем-то первую выставку в арт-пространстве творческой лаборатории «Среда». Мы вот этим занимались в большом, надо сказать, расширенном составе. И долгое время. И долгое время, с которого сейчас в данный момент присутствует в нашем коридоре, пока далеко не все. Вот, один у нас идеолог, так сказать, пленочный, самый главный, которого вы все знаете, даже не знаю, стоит называть или нет, но, в общем, вы поняли, о ком я говорю. Он сейчас находится на пути в Москву из Японии. Возможно, он же даже совсем близко, но пока еще не с нами. Вот, также мы обязаны названием другому большому боссу нашей компании, Диме Кузнецову, вот, который, прямо скажем, придумал название выставки, такое короткое, очень ёмкое. Вот. Можете сами, так сказать, посмотреть, убедиться. Нам кажется таким особенным знаковым событием, что выставка у нас проходит в стенах бывшей овощной базы. А вообще арт-пространство как-то хорошо себя чувствует в бывших зданиях индустриального и хозяйственного назначения. С историей. С историей, да. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Вы даже вот посмотрите фотографию свою. А, вон оно. Да, прекрасно. Ну, отлично. Открытие у нас состоится немножечко попозже. Вот, а сейчас мы делаем небольшой видеосюжет для будущего ролика. Вот, поэтому мы вас приветствуем как наших первых зрителей, вот, даже вчетвером. И участников. Да, и участников. Что самое главное. Да, молодцы, что пришли. Почему выставка называется «На пленку»? Это вообще важный момент. Дело в том, что вообще у нас к пленке, вообще за пленку, за пленочную идеологию отвечает другой человек. Вот, я не чужда, далеко не чужда, всячески поддерживаю пленочную тему. Да. Возможности. Вот, но я больше как бы по содержательной части фотографии. Но что хочется сказать, что съемка на пленку, мне кажется, содержательной части фотографии добавляет тоже что-то очень сильное. Вот. Свой ритм. И нет, ритм, но не только. Какая-то способность есть у пленки тонко передавать нюансы не только цветовые, но и содержательные. Энергетические. Энергетические. Может быть, даже не знаю. Я до сих пор так и не понял. Да, согласна. Есть какая-то, ну, не знаю, не хочется говорить слово магия, но другого слова не подберу. Что-то необъяснимое, в общем, притягательное в съемке на пленку. Со всех точек зрения, не только даже с точки зрения такой визуальной красоты, но и содержания и какого-то, какой-то близости к своему материалу и к реальности. Вот, на самом деле. Мы создаем реальные вещи. Вот, согласна. Да. Не набор нулей, единица. Да, да. Кусочек чего-то, что можно взять в руку, понюхать. Да, и что разделяет с человеком его судьбу во времени и пространстве. Оно тоже меняется. Да. Вот. Негативы появляются, гибнут, живут, вот, живут своей жизнью, перевоплощаются. Да, и внесут в себе какую-то часть тех людей, которые их сделали и которые были перед кадром. И не только людей, но и место, но где и место. Они были. Абсолютно. Вот. А дальше целую неделю трудов и интересных событий. Для кого-то развлечений, для кого-то трудов. Вот, среди которых будут воркшопы по различным аналоговым способам создания фотографий. Сегодня у нас проявка черно-белая. Вот Миша будет помогать. Да, да, будет вести, да. Завтра у нас под предводительством Оли Матвеевой
выпускница школы Родченко и довольно-таки уже известного современного фотографа. Автора книг, да, и победителя конкурса книг фотокнижного Венского фестиваля 2014 будет проходить пин-холл. Я так напомню, что Оля Матвеева будет вести пин-холл. Я напомню, что пин-холл — это камера с маленькой дырочкой. Из спичечного коробка. Вот, мы будем делать ее своими руками под руководством Оли и снимать на пин-холл. А в среду у нас Миша Петров проводит очень интересный воркшоп по съемке на камеру большого формата на фотобумагу с обращением. А в четверг у нас ручная печать, авторская, оптическая, вот, под руководством Юры Милосердова. А в пятницу у нас цианотипия, а дальше полный разврат. Тоже вся суббота и воскресенье, да, заняты. И там у нас фотограмма, съемка портрета на пленку, амбротипия и... Ничего еще только нет. Приходите, ждем.